Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». Чанд-Биби, играющая в поло. Галконда, Дикан, первая половина 18 века, бумага, 36 на 23. На миниатюре изображено конное поло, Чаугон-Бази, одна из популярных игр индийской знати, принятая как среди мужчин, так и среди женщин. В ней обычно участвовали две команды по 5 всадников. Однако на данном листе на игровом поле представлены всего лишь 4 всадницы. Между ними, раскинув руки, стоит женщина, выполняющая роль арбитра. Надпись на фарси, украшающая миниатюру, приводит ее имя – Чаугон Бази Чанд Биби. Это известная индийская героиня, сестра Муртазы Низамшаха I, правителя Ахмаданагара, государства на плоскогорье Дикан, и вдова султана Биджапура Али-Адиль-Шаха I, султанат на юге Махараштры. Она принимала активное участие в обороне города Ахмаданагара от войск монгольского императора Акбара. Считается, что Чанд Биби была отважной воительницей, прекрасной наездницей и любила играть в поло. На переднем плане миниатюры изображено озеро с лотосами и водоплавающими птицами. На заднем – уходящие вдаль горные гряды с различными архитектурными сооружениями и деревьями. Вот такое описание к работе Чанд Биби, играющей в поло. Галконда, Дикан, первая половина 18 века, бумага. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.